In Altasoev, congratulations. How do you feel to win in Ulaanbaatar? На самом деле очень сильно рад. Я в прошлом году тоже выиграл. И в этом году мне удалось победить. Я очень рад. Не знаю, что даже сказать. And since finding out you were world champion, how has life been? Tell us about this moment. Ты недавно стал чемпионом мира. Расскажи, как ты себя чувствуешь, чемпион? На самом деле никак. Огромное спасибо Международной Федерации дзюдо, президенту Мариусу Визеру, за то, что они пересмотрели. Всем судьям спасибо. Не знаю, эмоций никаких нет. Спасибо большое.